На территории гарнизонного госпиталя в Оренбурге продолжается масштабная стройка. Два здания медучреждения были снесены, что возмутило общественников. Напомню, госпиталь был построен в 1744-м. По мнению градозащитников, все объекты являются памятниками архитектуры. Однако в госинспекции заявили, что на государственную охрану поставлено лишь одно здание. Демонтированные здания на территории гарнизонного госпиталя не являлись выявленными объектами культурного наследия. В полномочия инспекции не входит выдача разрешений и иных документов на снос объектов недвижимости. По словам председателя регионального отделения ВАПИК Веры Арнгольд, демонтаж исторических зданий нарушает федеральный закон номер 73 об объектах культурного наследия. Общественники считают, что работы не могут производиться без разрешения инспекции и составленного акта на месте строительства. Кроме этого, у каждого памятника есть границы охранной зоны, которые могли быть нарушены. Если граница охранная зона разработана, то это 100 метров. А если не утверждена, 200 метров. Все строения, которые находятся даже по логике на территории этого памятника, они имеют свой защитный статус. Вот эти часть зданий выявлены, а вот внутри не выявлены, что ли? Это как? Вот это их вопрос тоже к их работе. Градозащитники направили письмо министру обороны Сергею Шойгу. Напомню, инфекционный центр на территории гарнизонного госпиталя построят до 30 апреля. Сейчас возведены металлоконструкции и началось строительство стен многофункционального центра. Анастасия Клёсова, Никита Плотников, Федор Бородацкий, городской телеканал ЮТВ.